Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Леонид Матусов из Израиля. Но я сейчас нахожусь в Западной Украине, курорт Иски. Вот это замечательное место, это сердце Карпат, это жемчужный Карпат, Закарпатье. Просто нельзя налюбоваться и насмотреться на то, что окружает вот это место, вот этот домик, где мы живем, который мы сняли. Вот это Карпаты, вот такие красавицы, смереки, ели вокруг. И вот такие вот домики, такие виллы небольшие, скажем так, построены для туристов, которые приезжают сюда особенно. Их много зимой, здесь горнолыжный курорт, вот там вдалеке за елями не видно, есть подъемники. Вот такая красота кругом. И довольно-таки симпатичные номера, симпатичные домики. Все сделано из дерева, великолепный запах, великолепный дизайн здесь. Я вам сейчас покажу, здесь пройдемся. Мы с дочерью здесь находимся, вот первый день сюда приехали, вот поселились вот в этой вилле. И прямо были поражены вот видом, который открывается со второго этажа. Вот такая красота. До свидания, до следующих встреч. Успехов!